Я единственный выживший из расы центурионов. Мы не были готовы к их атаке. Мы даже не подозревали, что они такое. Метаморфы — это порождение человеческого зла. Обиды, оскорбления, гордыни, безразличия. Метаморфы — это главное оружие века Кали. Скитаясь по галактикам, они вселяются в разные объекты и несут с собой разрушение. Метаморфы, вселившись в астероиды, разрушают озоновый слой, пожирая его. Вследствие чего вместо озоновых дыр ультрафиолетовые лучи сжигают все живое на планете. Сначала они уничтожили нашу планету, а потом и наше Солнце. Меня зовут Гая Грин. В результате взрыва мой корабль затянуло в черную дыру и выбросило в вашу галактику. Здесь, на планете Земля, во льдах Антарктиды, я создал оборонительную базу. Теперь я собираю отряд добровольцев. Земле нужна ваша помощь. Вы – последняя надежда человечества. Метаморфы наступают, их становится все больше и больше. Мы должны остановить их в зоне астероидного пояса. Это не просто война, это война с самим собой. И победит тот, кто чист сердцем.